Реализация республиканской программы «Наш двор», а также федеральной по обновлению челнинских дорог идет в хорошем темпе. Работы по последней почти завершены. Сейчас заканчивается ремонт самого крупного дорожного объекта – полотна на пересечении Раскольникова и Нариманова. Об этом сообщил первый зам руководителя исполкома Илья Зуев. Кроме того, 93% готовности у программы капремонта жилого фонда. В 2020 году договор по проведению программы капремонта предполагает сдачу физических объемов по работам до 20 ноября и сдачу документации до 20 декабря. Мы идем в графике, мы укладываем.